Ассаламу алейкум, хурметли караучылар. Үйүңүзгө жакшылык. Биздин өлкөгө жаңы кошулган регионуну милличилерден ва террорчулардан азат этүү үчүн кас дау аракет жүрүлгөнү 2 жылга жок болот. Şu ahvalatlarda Saulay ülkeni vatandaşları olan Mirge, Dağıstalılarda ortakçılığı te, has dav harakat halide devam etdiler. Mingler bulanı askerçiler harakatını kıyıllı yolları bulanına öteler. Dav maydanına canın biri gelirde bula, kıyılıklar ve paşmalıklar, kaygılar bulan rastlaşma, analanı, katıllanı ve harakatta ortakçılığı teyilleni avletlerini gözdeşlerine görmede bulabız. Tek, Bulallanı igitligi, koçaklığı ve vatanga birgen antına amin olup durağanı yüreğimizini öğretti. Dağıstanlı başçısı Sergey Melikov özünü bir söylevinde, bizden getken ulallar dav maydanına gösetegen koçaklığı haqta ayta durup, olar minnenle artık sauğat alğanını eskerdi. Bugün şu igitleni köbüsü özleni dav yoldaşları bulan birge dav maydallarda, Россияны яклавын узатта. Гертилик, түзлүк ва биздин өлкөнүн азатлыгы ва эркинлиги үчүн ябыша. Олардын кочаклыгы ва таваккаллыгы биздин үстүнлүккө топташканыбызны көрчүсү. Хас дау аракет жүрүлмө башлаганда Россияны өр игит аты биринчилерден болуп, Дагыстанлы Нурмахаммат Хажы Махамматовго берилгенин Bu yerde ayrıca eskermesiyeviz. Ondan son, Rasyan'ı yeti deyin ör atğa Esadullah Abaçov, Enver Nabiyev, Ruslan Qurbanov, İsrafil Mahammatov, Mikhail Abramenko, Şamil Mahammatov, Demirlan Abutalimov va Zalibek Umayev imek Dağıstallı batırlar yes bulğan. Bugün sabiz, Demirlan Umarovich Abutalimovnu haqqında biraz gen küyde laqırlaşma toptaşqanmız. Demirlan Umarovich Abutalimov 1997 yılını may ayının 2-sinde Xasayurt rayonunun Temiravul yurtunda tuğğan. Demirlanğa 10 yıl bolğan vaqtisinde Abutalimovlan ahlüsü Mahançqala şaharğa köçe. Demirlan özünü oquwun 6-nji klassta Mahançqaladağı 17-nji gimnaziyada uzata. Gimnaziyada okuğan yıllarında Demirlan özün yaxşı yanından okuğa ve özge klastan tıştağı işlerde ortakçılığı tüge ayrı tergeu bergen okuçı hesapta görsetme bajara. Özü bulan hallaşağallığa, özünnen ululağa abur sı yetip yürügen. Hasiyatına göre ja, her daimne yoldaşlarına ve özünü komeyi gerekliye yetişme hazırlığın görsetip, tenglilerini yanına aldılı bulup gelgen. Ulusu 3 yıl oldu mundan Nariman ulanım ululanım bu geçisi ulusu конечно был более покладистый спокойнее ulusu bu biraz dirskiy zattı biraz tınçsız zattı a okuyğan ayrı okuydu поведениясы yaman yavuşmağa zat etmesi yiyen zattı hali уже успокоиться кеме но замана карсылайдым конечно Өсенче. А улысы бөлі спокойны, бір де затеттірмейін. И оқыма да қойды, и поведені асты әреуді. Хасиат барымыз атлича түтеді бір-бірімізден. Мен біраз спокойны едім, маға теймесе бір өгі де теймейдім. О, наоборот, өзі барып тиеді кемеді. Бай құрдашлары бар оны, яқшы, бай яқшы яшылары бір затлишни. Сигарет тарпмай, ічмей, наоборот, спортма заниматы. Өзі де заниматы істеді көп заманы. Құмық тренері барды, бойын аскера яуанды. Көп заман заниматься етіп тұрған успехлерді болған кандидат мастера спорта статусы да бар оның кәсіби бокстан ше тамаман жүріп тұрған оқуы да яман түгілді әрі оқыдым и параллельно занимался спортом кәсіби боксқа жүрдім тренер был заслуженный мастер спорта Анварбек Амиржанов жүрдім и занимался тоже неплохо хорошо занимался тайским боксом и кандидатом мастера спорта стал по тайскому боксу. И он мир классно битып, РУ ЕГНДС даты этып, поступить этим юридический факультет ке Дагестанского государственного университета. 11-й классны Маанчкаладағы 17-й гимназияда биттерген ва Дагестан Пачалык университетіні юридический факультетіне оқыма түшкен. Темирлан өзіні харакатчылығына көре, университетте йылларына да спорт булан машғуллығын узата тұру, тайский боксқа юрый.
Шаардагы ва федерал округдагы ярышларда ортакчылыгыты, салгатлы ерлер ала. Темирланны спорттагы бажарулугун, аракатын хисетеген тренери Анварбек Амиржанов бираз каст этсе, дагы да даражасы артык ярышларда ортакчылыгытме булаганын айтып да турса да, Темирлан барды тергеуүн асыл үчүн окууга бактырма топташа. Охотом на дёртил, тоже хорошо закончил, аэрох питым. И в дальнейшем уже стал вопрос между спортом и учебой, и мен охотно выбрал этот. В дальнейшем карьеру начал строить. И до этого, после битып юридический факультет, сразу армия едем. Армия, да, срочный службам проходит в Брянской области. Брянская область, бери его на отсуждение, это первый гельдом и е. В Брянской области служит кинцы, да, мотосилковый рот, да. Служит это, он обозна адресами благодарственный Карл Зельяны. Армия, да, на, отец, замком звода, да. Сон гельда армия, да, магистратура поступать это. Он наухой туруп, что завар башла, да, умага вар Украина, да, специальная военная операция вышла, на Путин объявит, кенне, сон был лик бизнес, бираз ауза тузайт майли кеткен добровольно. Мен охуганна где-то 6-й класста уже понимал склонность к гуманитарным наукам, у меня была история анда общества знания анда рубледым, и учителя это выделяли. И она Масолеп, да, она, мы с ней пришли к выводу, что надо будет поступать куда-то в гуманитарный вуз. И выбор пал на юридический факультет. Юридический факультет решил, что у меня склонность была именно к этим дисциплинам, и решил. 2019 жылы Темирлан университетіні оқу биттіре ва аскерге чақырла. Брянск шахарны бойыннағы мотострелковы аскерді құлуға тіп қайтқанына иш тапмағын хайынеті. Шода ичишлер министрлиги шойулларда өзлени сыдырларына яш каспучыланы чакыраган заманга каршы була. Темирлан конкурстан өтө ва Хасайырттагы шаарны ичишлер бөлүгүнө актаруучу следователь этип жибериле. Армияда срочный служба мен проходит этим мотострелковых войсках, которых я по сей день сейчас служу, и РУ комитету, мага, РУ офицеры в армии тоже меня любили, уважали, хорошо отслужил срочную службу и вернулся. Анама благодарственное письмо до Ельяна срочной службы на армии, что хорошо ходит. Бек рази болдук, бек сүйүндүк, Темирланга жыл ярым да өтүп, бек устулу эрде көргөн, ортакчылык этеген шу СПО деп. Бек сүйүндүк, сау саламат келип, анасына сүйүндүрүп, Герой России şu медаль да казанып, Алла насип этсин барып, ахырына эле биттирип, шулай сау саламат кайтмага биздин Темирланга. Түнөн биздин дагы да улуу бир аулу Кумук Улан'га Умаев Залибек деген Путин подписал, түнөн вручили дагы да бир Герой России ат дагы да бир уланыбызга биздин берилди. Ушуларга баарына да Алла саулык берсин. Сау саламат үйүнө келип, ужакларыма сүйүнүп жашамага сугалмаар өткөн соң. Ушу биздин өсүп келген жайлашларга улуу үлгү. Темирлан тенеонун аты тутулган ушу медаль Герой России берген Залибек. Ушуларга өсүп келген биздин подрастающий поколение деген ушуларга улуу үлгү. Украина бойда хас аскер харакат башланганына Темирлан өзүнө аскерге чакыруу кагыз келгенче карамай, көңүлдүү күйдө үйүнө келеге, анасына яда агасына да билдирмей военкоматка бара. Анасы Мадина болса, улусу Уланы Нариманны үйлөмө азырлык көрүп турганына көрө, Темирланны булай ойлору барына, кетме азырленегенине онча тергөө бермей. Мага да билдирмей, бул кетти бир күн эртең военкоматка бараман деп мага айтты. Мен не турдум, инандым, менде повестка кайсы болмады болмаган. Повестка келген мага мамны айтты о. Ну, келген барды эшче барадыр деп. Кетти бул эртең соң келмей кеч болуп тур. Мен не турганым, юуклары менен кыдырма кеткендер, затепми кеткендер, ондан мына курсниктери менен, одноклассниктери менен кыдырадыр, может, койганым.
Сон звонит это мага уже ахшам молатура мам мигет параман шали едвает. Меня на майгалгаман какой не шали едимен, у это без мен дауга параман вает. У я гозумур у саман еки умалгана сватав гелеш гелешине турады буллана магаз еки умнен гелеш шугу болма ереиде. Меня это му я уже затеттик у на бу племяниемне. Уланым на мені кетті, ертін шығып шәліге, екі оңалып тұра, оңарылып тұрамын, затқас келешуге. И кеттік, бардым, айтым, не тейім, жолда есіме келді, біраз өзімі тұтарман, өзімі осаллығымы көрсетмейім. Рас, атта ұшты мен әлі еліп, зат еткем, истерикалар еткем, оның да растырайып атты жетменіп, өзімі успокаев атты тұрып барады, ішім күйіп барады. Айтым барғанына шықты бұл. Я еще не тедин, что я это мен была турания, шла гам, шли настроения, мне тим бузуп я еще не дам. Мен так так надо мам затет мигерек, улай улай это затет. А это что за мен наша мага? Мам надо знать хар, ну история, ну бу арюбле это школа, да история, ну вообще история общая, вообще со гуманитарные науки арюбле это. У этого мам история, да, я люблю волгамсан, политика, да, разбираться это волгамсан, но мне отговаривать это межелим. Уже не два этапа, уже гетми тураган, я уже единственная Аллаха, мы над этим, за этим, что на горюш прощаться, да, это кельдик. Видите, что, что, что легет хал, да, за катауга. Что я за мазвант это, че сад сейздым, тоздым, ванькамат кайда бзде обсорада, кизлюрта. Мы на этом, что еще ярда не волганым сорадым. Хайс келген маған деп айтты. Бара қарамысым үшін ол инкоматқа. Яқшы, барғанда звонит берсем деп айттым шыққанда. Деді, түшке уақытта жоқ, бұл звонит еттім, бұғар. Шылай-шылай затқа Буйнакскийге ұшып қай береді біздің деп айтты. Соң айттым, мечкіні звонит берсең, кезіртен Буйнакскийге 2 сағат қалмайсың жолда. Кете уже ақшам ол пара звонит деп бұғар. Не болдың деймін? Шықмадың заттан. Мечкіңіз Буйнакскийге. А бізін шәліге затқа еберді. Учепқа шәлден, біразден кете өсті айтты. Мен айттым, сіз таңғаламен келермен айттым, мамандал келдәді айтты. Екінші күн бардық онына, сөйлеп, хабарлап, елуға салдық. Пастайына сөйлеға чықмай, бұлай заман-заманына сөйлезі олағыны затты. Енді шой Мамет Әрмен звонтедік, сөйлейдік. Соң білдік біздің, біраз ауыз айтмайлы кеткен добровольно. Чакрауганып тұрғамыз, анауызда бенне. Анасам делі, о, оказыста добро болны еткен. Сіз аңнамайсыз, деп, ой, бұай, деп, айтып, етті. Соң үтші азаман сайзыға чықмай тұрды. Сізден яшырған болған, өзі барма сөйе? Да, мен тойым ауданы етті, шо самы. Соң өзім тойы болды мұны уже бір айдан соң, бір настыра енем. Шо тойы нечік болғаны, нечік кеткені мен білмеймін, шо яшыға қиынала тұрып. Затет кем сам Эсмейл ені барзарны бұзардым, затеттердім деп. Соң Эсмейл бар да ұрышты затетті, сұрық салынған қой қайырмаз затетмедім. Шолайлықта бір мейіне бір инісі де болмаса, не тарықтырма о тойды байтқаным менне, бір мейіне бір инісі көрмейген тойды. Мен түшті де еттім, затеттім, ұжы бұ келгенше яшы да болды, яшы да бар, ұжы чай олаған, олаған да бар. Шолай яшау продолжается, не мигерек тағы, и онда, бұда менікі, ода менікі, не тейім. Айттым, сен не ойлашасам, ой, бай, пайды барасам, аңнайым саң, атиені деп. Маға, яқшы саң, маға қарамайым саң, анаңа саң маға қарады. На што, затқа ма атфет берді о, яңыз бәні бар ма анам не? Яңыз бәні бар ма анам, бәрі оны бар анасы. Мен не қойсам, башқа барда қойса, ойсай, қан күйді. Кім бар жақынна, кім өтежек ішіні. Не деп айтайын мен шығой қанына. Аллаха аманат деп айттым. Ой, айтмаған үйде біреу еді. Соң барғанна уже мамама звонит етіп айттым. Мам, мен кетемін дауға. Соң келді, мамам келді онына. Я с ней поговорил, объяснил все как есть. Аңнады мені, айтты. Единственное. Кайт, главное, возвращайся домой целый и невредимый. И еще вот такой разговор с мамой, вроде успокоил ее как мог. Шоуэй волду. Я жив-здоров, мам, все нормально, я жив-здоров. Вот единственное, что я за ланзатты, да?
я жив-здоров, бетті. Шону яса сүйінедім уже. Главное, хоть точка ебер, я шым болмайым саңнайдым. Чтоб я мен білейін күйді, сен сау-саламат кеніңі, хотя б сау кеніңі білейім мен дейдім. Точка сама ебер, я уже успокоюсь, деп айтадым. Шулай язады. Шоғар ясқағана да рәзедім, сөйлемесе де варчы, уже сау-саламатын білсім. Темирлан мотострелковый бөлікке еберіле. Аз заман ичинде огар сержант чинп бериле ва взводнун командирине орунбасары этип белгилене. Яшланы гранатометтен атышма үйрөттү. Дауга ахвалатларда шо сауттан уруп милличилени техникасын набуза. Оно харакатын ушатып, ротанын командири Евгений Груздиев огар лейтенант чин бермени талап этти. Взводнун командири Сапта Темирлан бир нече урушларда ортакчылык этти. Көрсеткен игитлиги үчүн почетный ордени булан сабагатлана. Биринчи урлардан мага легко, потому что я в боевом полку служил в свое время и попал в те же мотострелковые войска. Он чун даже меня обучать ребят с первых дней, я обучал своих ребят, комитетом, и командиры во мне видели вот этот потенциал, и из-за этого меня сразу на вышестоящие должности назначали постепенно. Она возгайте о моей назван о кого сумагайта да. Перед ничего керен уже была. Разумно тут ма приходит с тебя дома она. Она возгайт мажаксан другой мажаксан. Я за это мага. Сейчас говорит качаем сада. Перед хер штурмовой действовал баран командир роты чо. Хер штурмовой действовал баран чо ауда мага я за это. Мага берзат мыса ойет боет. А теперь уарда бывало хер бойден сонгуланы. Но Хер бойна аудына, даже шу последний награда уған бойна аудына украинцлер так называемый контрнаступлениясы башланғанына самый қиын замал барды, уған элитный подразделе уғаны, хәл уже йок улар. Башланғана ума язды, маға бір затмыса шулейет, шулейет, шулейет. И нече айтайым, Аллах аманаттып яздым. Школадан берлі мен ватаныма сүйуім барды и склонность к этому была, и преподаватели это выделяли, и еще патриотизм заложен был во мне, и из-за этого я принял решение, что я дауға барма защищать свою страну, свою республику, свою родину, и поэтому это вот самое главное во мне было на тот момент, когда я принимал решение, что я уға. Ну, все начинается от любви к семье, к своей, с малого. И еще Астара, он уже любовь к республике, потом уже любовь к стране. Это человек осознает со временем все. И когда там Дауда, он уже понимает, что ты не только свою страну защищаешь, но и свою республику, и свою семью. Что вот эти нацисты, Ормана Герсе, уже будет все по-другому. Здесь вот этого мира, который сейчас здесь царит, его не будет. И из-за этого лучше там на линии соприкосновения уничтожить их и в дальнейшем вернуться к своей семье сюда спокойным. Биринчи вакты да бугеткен вакты да да он көп яшын эштедим чи өлүп алып келген муну өлүп алып келген мен башымдан кеткен ал соң бу бир ай связга чыкмай турду. Мен биреуге бир затты айтып болмайдым. Кимге айтайын? Вот ичимде затын келип шу болуларымдан эрчип кетедим. Неге таап болмай? Мен айтамын, бир ай язда бу оказывается раненый болган бизге билдирмегенчи. С конца июня по июль ахыры болганча он на связь не выходил. И бугар келемен иштен соң керемен Нариманныйе мен оны бир өлген, яштары өлген, ким өлген. Мы бир жерде өлүп таштанып турабыз да билмейбиз, надо живы. Уе мама я и Москву звонил, и везде с ними связь тутуп болмай биреуде деп айтты. Уе соң мыса ачы уланып сатетип бугар кетедим, соң эсиме келеди жолда бараны үйге. Оғарда нетемен настроениясын, о, өнетсін, зат етіп деп. Өзім шолай ішімнен үйеліктен келіп, ұлдысын насырбатсы дедім. Кімге айтағаны білмейлі дағы. Ну, видимо, ананы интуитивно подсказывает, это болғаныр, да шо моментте, оказывается, о, болған раненый. Бар заны менен бұлар яшындырып тұрған, оказывается. Хәр намазым артында тілеймін, Алла сау-саламат есен аман алдыма қайтарсын. Мен етіп бұл аңзат, біз етіп біреуде бір затты маған көмек етіп болмай, Алла ұталадан айыр. Бұйырғамыз Алла сау-саламат есен аман алдыма қайты келер, Алла бұйырса да. Түлк мені яшыма тілемеймін, хәр намазым артында айтаман. Бар да ешер шуда, ұда бұл сау-саламат есен аман аналарын алдына қайтсын деймін. Не башқа барына, аналарына, бар да ешер аяулы аналарына, маған менікі аяулы мейін.
Изначально я мен биринчи бардым, но вообще рядовым. А на данный момент все удивляются, мен 16 должность перескочил. Сейчас я занимаю должность заместителя командира батальона. Это за год. Обычные военные на одной должности дырки где-то сидят. Ну, мои командиры говорят, они видели мой потенциал, и из-за этого они говорили, ты выше можешь, ой, салады на вышестоящей должности, еще ой, котереды постоянно, наверное, и уважали очень. Республикада, ну, копьешворона, с ними тоже тесно общаемся, комитетами, чем могу, помогаю своим ребятам тоже, еще ой, все там хорошо, все боевое братство вот это там есть на самом деле. Душманны техникасын яллатып, ярада тиип, уланы иелик, отчаклык көрсеткенин анасы Мадина, отчаклыны ордены булан саватланганнан соң биле, октябрь айын ахырында буса Темирлан үйе ялалма келе. Мен до последнего билмедим. Ма билмейми, бир Москвадан бир журналистка звонит, это иштемин. Я звонит, это я какая-то представилась, она, я сейчас не помню. И поздравляю вас, что вы воспитали такого парня, героя. Так, да, нет, вы мама Абуталимова Тимирлана. Я, Минитаман, да. Поздравляю вас с такой высокой наградой, что вас сын герой России туда-сюда. А меня он бельмеда вельмейдем. Я Аннамай Галгаман, а сон Эсмигельда до этого брал орден мужества Вергена. Эсмигельда, я подумала, может, я неправильно поняла. Он улам поздравлять тем, кен Эсмигельда. Сон салмада салп, спасибо, туда-сюда поговорили, салмада салп трубкан бағар звонит еттім улуланыма. Ну, біздің яшыл на самом деле намного превосходят врага и очень хорошо себя показывают. Вот, бір жума до награждения мен шақырғанша, моя рота в плен взяла 15 нацистов. И при этом мен бір яшында не потерял, все целые, невредимые. Это показывает о том, что мы реально профессиональнее противника и лучше работаем в этой сфере деятельности. Юрилип тұраған қатты ябышуланы вақтысынны ротаны командире Евгений Грузиев өле. Ротаны лейтенант Темирлан Абуталимовға тапшыра. 2023 йылны июль айыны ортасына Запорожьяны айланасына көп қатты ұрышлар бола. Ротаны да шу бойға сала. Ротаны алдына чапқынға түшкен Темирланға бірінші яра тие. Тек ол ярасына да қарамай, гранатометтан ұрып, туврасынағы екі губели техниканы яллата. Соң күч болып тұраған ротаға көмекке алғасай. Шонна да бірдағы екі техниканы яллата ва пулеметтан ұрып, 20-ға йывық милличиленді қыра. Өзіні ярасына қарамай, халы биткенче яралы йолдашларына көмектешіпті тұрған. Шоқ отчақлық үшін Темирлан Абуталимовны егіт атқа көрсеткен. Было два ранения. Первое ранение было вот пулевое в ногу, как раз таки за что я Герой России получил. Пулевое ранение в ногу получил и в дальнейшем продолжил бой. И уничтожили большое количество нацистов, превосходили нас 8 раз они на тот момент. И поэтому я был представлен к зоне Герой России. У меня еще было маленькое осколочное ранение ноги, но он сразу... Быстро вылечили, можно сказать. Не такое серьезное ранение второе было. Я раунгам был, еще бой, да, я раунгам был. До этого, да, был мелкие ранения. Мечелом было? Еще бой был обтранно, стрелковый бой был обтранно, да. И аяғына тейді, хэлшрама да бар, он аяғына мағадай майды оны. Оны таны журналисткасы маға язмағамыса, госпитализациядан отказаться етті. Оны яшларым қойып, өзім мен кетсім, бәрді яшларым яттыра жақты, да. И еще бой. Сон білдім, оны да госпитальда азаманына. Ондан түгіл, оны таныш журналисткасымен яздым, ашылай-шылай білеміз, Темирлан ранен екен, нечекі ранен екен, өчіма затта онна мұнна деп язады. Шоғай айтқанна соң, уже айттым, ана тағы да, шоғай ранен, яраванған болған ман, шылай-шылай деп. Яраланна, біреуге де айтмадым, біреу де білмейді. Соң олар білді только спустя 4 ай спустя білді. И то, когда наградили меня орденом, о заман мама звонит, маған айтты, шуай-шуай, не айтмағансан. Мен айттым, чтоб ты не переживал, не хотел,
Ой, билди. Но уже отреагировали более спокойно, чем когда получилось, если сказал бы. Командир өлгенне, бұл барзан өзін алып, шо ярати егенне де, өзінен яшыларын қоймейм алып, шоларман зат юріп. Шоннан соңына, бір оғы да айтмаған бір затында, шо күйіне юріп тұрған, уже зат башлағанына, ярасы. Ирілімі башлағанына, зат кеткен, мұны алып кеткен байынса. Ойыз анында айтмай, яшырып күйіне, қарсалатмайын бір оғын дедіп. Яңыз мен түгіл барды инлеріміз, ағаларымыз, өктеміз, инеміз шоғай заткені, сүйіндіргені бізін. Сау-саламат қайтмаға барына да Аллах нәсіп етсін. Аналарына, қызардашыларына, аларына да қайтып. Мен оқыдым оны, әткен заң. Яшыларды көрсеттім, сұжыттейін. Яшыларым бәр бәні ойты. Ой подвигке бермейлі болмайды деді. Точно берекек деді бәрді. Почти 20 адам өлтірді оғанында. 3 единица техникасында яуатты. Гранатометчик деді затты. Армияда срочный службан сұжыттейінді. Мұна да көреміз пригодится еткен шоу. Абуқлары. Гранатометтен 3 бронетехникасын яуатты. Украинаны и 19 адамы. Апау цел. Бұлайды оны да. 2023 жылыны декабрь айны 19-ына мотострелковый ротаны командири лейтенант Темирлан Умарович Абуталимов Украинада юрилеген хас дау операцияны барышына көрсеткен қотчатлығы ва егетлігі үчін Россия Федерацияна президенті Владимир Путиннің бұйруғына көре Россияны егеті деген өр ат бұлан сауғатлана. Шо сауғатны Россияна президенті Владимир Путин Кремльні қаласына тапшырды. Я был на позициях тогда, и маған звонит етті, звонит етмеді, по рации комбат шықты маға, шуай-шуай, сен бір күнің бар, Москва барматарақ, сен герой России сен. И удивительно было, я там на позициях был, и, соответственно, быстро направился туда, к комбату, искупался, переоделся, и шуай минеральный водаға етшіп, онан учуп Москва бардым, и шумна уже на изоляции сидел, и уже понимал, что указ подписан, что я герой России. Беринчи где-то за 5 минут до награждения бек карсалма башлаган. Я думал, не смогу выйти. Соң уже келген оң кайрына поздравить этти мени, наградил меня, сказал, что гордится мной. Соң уже этот груз с плеч спал, уже спокойно аңнадым уже, что реально, что я получил, какую награду, и что это самая высокая награда в стране. Уже понемножку осознавать это начал. Болду, сөйледік где-то 15 минут, в общем, команде героев, сөйледік, көп зат абсурдеттік, на самом деле, владеет обстановкой, патриот своей страны этот человек, и я удивился даже, что он, что происходит на моей линии соприкосновения, он знает и владеет этим всем. Біз ештікен ноқ Тамирланға герой России бергенін. Конечно же, біз әріде қарып қалып болмайдық, біз сүйініп, зат етіп, первым делом мы, как Тамирлан қайтқан соң, келдік Тамирланды яғына, абурламаға Тамирланды көрсетмеге бізін бары да, шо, уважение бізді Тамирланға, шоның семьясына да, анасына да, анасы да бек іссі, бек скромный қатын, бек шатпыз, бізді милетіміз бек шат, біздің республикамыз бек шат, біздің арабыздан шолай жәйіл, қатты ұланып шығып, герой России звани алғанына, бек октем, бек скромный яш. По отзывам даже его сослуживцы, бек мақтай бұй яшыны, өзінің сослуживцыларын қойып, бұл яраланғанына, медиклер мұны алып кетмесі өгеніне, мен кетмеймен яшларымы да қойып, қалып еріне, и отразил врагов большое количество. За что и удостоился такого высокого звания герой России. Бір 10 күн үшінде екі геройымыз болды, шолан арасында бірісі Темирлан. Шоны ештікені бек сүйінік, яңыз ожағына, үйіндегілер сүйінмеді, Сау Дағыстан, Құмық Милет қалқымыз сүйіні сүйінбесі іштеттігіл, біздің егіт ұлалар, біздің Құмық ұлалар шолай егітше көрсеткені өктемі шолай ұлаларынан. Анасына Алла саулық берсін шолай яшын өстіргені, әр заманна да яқшы ішілеге елігіп, яшымағалы насип етсін, Алла. Дағыстанны башысы Сергей Алимович Меликов, Россияны егеті Темирлан Абуталимов, хас дау операцияны ортақшысы Арсен Аседов ва майор Руслан Примовну ахлюсі бұлан елігіп өткерген. Елігіптен соң, әр еліқ пачалық сауатлар тапшыруға байлаулы чарада
регионы башчысы, ХАЗ-ДАУ операцияны ортақчылары Темирлан Абуталимовға ва Арсен Аседовға Дағыстан Республиканы алдындағы еткен құлықлар үшінді ен орден мұлан сауатлаған ва Руслан Примовны әхлісіне қотшақлықны орденін берген. Мені ата юртым, это Темирау, Хасайрутский район. В моем воспитании большую роль, конечно, сыграли у ата и у ана. Это мені атам, ата астанасы, Темирау. И часто в детстве они меня воспитывали, можно сказать. Они многое мне дали. И огромную благодарность им тоже выражаю за это. И это их заслуга тоже в этой награде, потому что воспитание огромную роль играет. Любой анага тілеймін, сабыр болсын, сабырлық тілеймін. Даже өзіме әр намазым артында айтыма, Аллах маға сабырлығым мерген сәнім. Сабыр болсылар, Аллахға тілесілдер. Аллахтан біреуді күшті түгіл, сау саламат, есін аман барында еш, әрғаймаға, жолаға юрайман барына да. Барына да тілеймін, барында әулетлері алдына да еліп, аналары сүйініп, оғанып жоланы. Мен бұл шу, стрейтіт әткен көйді, әшін стрейтіт әтсілер барыды. Я Алла, сау саламат, есін аман. Ну, первостепенно, охматарых ешер, образование получать должное, они должны осознавать, куда они идут, и любовь к родине должна быть, конечно. И при этом нужно понимать, куда они идут. Это те люди, которые там есть, он на бар яшер, это на самом деле настоящие мужчины, которые каждую секунду рискуют своей жизнью, и при этом они профессионально защищают свою родину. Бізде құмық ұланыбызны, оны тәрбиялаған анасы Мадинаны ха үректен құлайбыз. Дау харакаларды бітіп, сау-саламат үйіне де қайтып, әхлі де құрып, парақатлықта ешемақны үрайбыз.